Итак, два вида разных для подъемников. Вернее, там на одном снимается флянец, на старом, на новом этот флянец стоит неподвижно уже, для того, чтобы можно было при помощи поворота влево или вправо поднять, либо опустить его. А на старом флянец опускается вниз, и тем самым стопорится червячная передача на электроприводе. В общем, пока вверх не поднимается сам флянец, не происходит жесткий зацеп, червяк не работает. Здесь такой подъем. 15-50. Вот здесь опущено, вот там. Он не поднимает, ничего не делал. Вот. Видишь, ничего не делал. Вот, смотри. Просто... Ну, потому что нет фиксации. Да. Ну. Так делаешь, он работает. А второго типа точно так же? Нет, второго. Он же опускается, он говорит, просто, что он не просто работает. Просто это второго, короче, когда сядет батарейка, то можно вручную. Да, слышишь? Он же не говорит, что он не работает, он работает просто таким звуком странным. Пока не схватит он.